Дом молодежи. Вот, вот так уж лучше. Приветствуем всех на конкурсе «Автоледи и Автомен 2017». Конкурс состоит из 5 испытаний. Первый этап – презентация своего автомобиля в любом творческом жанре. Второй этап – проводился на автодроме, где оценивалось выполнение практических упражнений. Третий этап – очумелые ручки. Конкурс включает практическое выполнение элемента подготовки транспортного средства к замене колеса. Четвертое испытание – за рулем водитель. Участники представят и оригинально защитят новый дорожный знак. Пятый этап включает в себя проверку знаний и правила дорожного движения. Этот конкурс «Правильный водитель» прошел в учебном классе ДСАФ. Ну что же, итак, мы начинаем. На нашу площадку выезжают под ваши бурные аплодисменты участники нашего конкурса. Под бурные аплодисменты. Бурные аплодисменты, дамы и господа. Итак, мы начинаем. Наумит Виктория, воспитатель детского сада номер 3 города Ганцевичи. Машина Nissan Micra, водительский стаж 8 лет. Минько Ольга, директор Хатынического сельского дома культуры. Машина Kia Sorento, водительский стаж 4 года. Матулис Юлия, специалист по оказанию розничных банковских услуг Центром банковских услуг номер 107 ООО АСБ Беларусьбанк. Машина Kia Picanto, водительский стаж 8 лет. Чуклип Александр, водитель Ганцевичской районной централизованной клубной системы. Автомобиль Саман, водительский стаж 10 лет. Позвольте ознакомить вас с составом нашего жюри. Занди Александр Ануфьевич, первый секретарь райкома общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи. Инна Недведь, председатель Совета молодежи районного совета профсоюзов. Дмитрий Кондратович, заместитель председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси. Виктор Супрун, председатель районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь». Олег Пелиховец, преподаватель структуры Луненецкого Ганцевичской межрайонной организационной структуры Республиканского государственного общественного объединения ДСАО. И Светлана Боброва, ведущая актриса Народного театра МЭИ Городского дома культуры. Ну что же, итак, первый конкурс «Автомобиль леди и мужской автомобиль». Оценивается художественное оформление автомобиля, творческий подход, артистизм, оригинальность и зрелищность. Уважаемые зрители, просим вас не выходить за турникеты в целях вашей безопасности. Итак, мы начинаем. А сейчас все проще стало, когда села за авто. Правда, было сложно сразу. Сколько правил, руль, педали, то на тормоз, то дай газу. Знак смотри и не зевай. И теперь я автоледи. Правилам учу ребят. На авто, велосипеде строго ездить нам велят. Я представлю вам машину. Как у всех колеса, руль. Но летаем мы по миру, невзирая на патруль. Леди Мэри, Леди Мэри, высоко
станции, как в волшебном корабле. Пристегнемся дружно вместе и плывем по всей земле. Сколько стран мы повидали, сколько интересных мест, ну а главное узнали, правила везде-то есть. И теперь мои ребятки, хоть и так же осторожны, для них знаки не загадки, а язык дорожный. Вместе едем, изучаем, новые внимательней. Указатели читаем, куда же занимательней. Подожди. Если цвет зажжется красным, значит двигаться опасно. Стой, пускай пройдет трамвай. Наберись терпения, изучай и уважай правила движения. Молодцы. А детишкам, пешеходам, не спеши и перед ходом влево посмотри сперва. Перейти дорогу можно, только зебру отыскав. Согласитесь, ведь не сложно эти правила узнать. Красный – стой, иди зеленый, желтый – приготовься, жди. Так мы светофор веселый изучаем по пути. Чтобы знания дать детишкам, каждый взрослый должен знать. Мало показать по книжкам, нужно в деле показать. Я помочь всегда готова. Мэри Брас вам объяснит, что по правилам дорожным на дороге жизнь кипит. И не зря моя машина так украшена, блестит. Моя третья половинка отвезти меня спешит. Каждый день мне помогает, заболеет, полечу. Ни минуты не теряя, в автосервис я лечу. Но и все ж подумав здраво, для меня машина друг. И водительское право получила я не вдруг. В общем, Мэри Поппинс в деле, и за дело я ответственно берусь. И водитель в женском теле, за руль руками крепко я держусь. И поэтому КАИ, когда и останавливает Юлию, то только для того, чтобы пожелать ей счастливого пути. Ее Киа Пикантна, незаменимая подруга по жизни. Только эту, на первый взгляд, маленькую машинку вмещается буквально все. Точно так же, как и в дамскую сумочку. Причем она компактная и мега шустрая, что является огромным преимуществом на больших городах. Ярко-красный цвет не оставит незамеченным ее на дороге. 64 лошадиных силы под капотом никогда не подведут нашу Юлию. И так как Юлия у нас еще и мама двоих деток, они всегда чувствуют себя в безопасности в этой шикарнейшей машине. Свой автомир Юлия открыла благодаря Лунинецкой Гансовичке межрайонной организационной структуре ДСА почти 10 лет назад, что дал возможность путешествовать Юле на ее авто. Стаж вождения у Юли насчитывается около 8 лет. И попрошу заметить, уважаемые зрители, за этот промежуток времени ни одного нарушения. И это прекрасное автореди было замечено одной из секретных служб. Так как она работник банка, только они доверяют ей финансовые операции и банковские документы. Мимо этой прекрасной леди не пройдет ни одна фальшивая купюра.
Боже, как она коварно всегда распрощается с ними. Ни одна платежная карточка не будет взломана. Ни одна машина и ни одна квартира не останется без страховки. И внимание, ни один лотерейный билет будет всегда продан в банке. Каждый банковский документ будет тщательно проверен и изучен до каждой точки и до каждой запятой. Боже, что же я вижу? Белый конверт. Юлия, я подойду к вам, и я хочу увидеть, что же там происходит. О, Боже, да это миссия. Я смотрю, зрители тебя не считают секретной службой. Озвучь ее на сегодня. Завоевать сердца жюри, выполнить задачи конкурса, отвечать решительно, достичь цели и победить. Ну что же, я уверена, что наш страхов, наша автоледи справится беспрекословно с этой задачей. И я желаю ей дорог без пробок и ветля. И быть счастливой всех на свете, дарить улыбку тут и там. А мы проводим нашу Юлю бурными аплодисментами. Аплодисменты не смолкают. Ну что же, а сейчас я хочу пригласить сюда к нам сильную половину нашего конкурса Александра Чухлиба. Ваши бурные аплодисменты. Работаю водителем культуры. Водительский стаж 10 лет. Всех с праздником и удачи на дорогах. Спасибо. Ну, краткая сестра Таланта, в общем-то. Ну что же, провожаем бурными аплодисментами наших участников. Переходим к третьему испытанию. Испытание называется «Очумелые ручки». Наши участники покажут на практике, как элегантно и умело они могут подготовить элементы транспортного средства к замене колеса. Конкурс пройдет на автостоянке с левой стороны сцены. Оценивается правильность выполнения задания.